Ну что, ребят, и снова всем привет. У нас уже практически лето, вот мы стоим в маечках. Опять же, сильный ветер, вот такая уже травка выросла зеленая. Но уже можно сказать лето. Листики пошли, месячник закончился, вот, кстати, клюет. Закинул для пробы удочку одну. Приехал с семьей, они там на удочке сидят, я взял подъемник. Все заскучали по пауку, месячник закончился. Вроде клюет. Оп! Оп, два чебака. В общем, клюет и на удочке. И на подъемник должна ловиться. Видно, что на сети чешуи нет. Вот такие маленькие крючочки. Ну-ка поближе. К кустам бросим вот сюда. Давай. Вот они. Смотрите, они опять же накрытые. В подъемник ни один не зашел. Я их, получается, оп, один убежал. Я их, получается, накрыл. Чебаков. Поглубже бросим. Давай. Опять накрыл. Окунек. Ну, окуньков я что-то не особо хочу, поэтому отпустим его. Окуньки меня сейчас не интересуют. А у чебачков посолить, повялить, вобла. Это самое оно. Странно, почему они так ловятся. Попробовать сменить место, сюда бросить. Под берег прям. Надо найти. Найти ход рыбы, где она скатывается. Где чистое дно. Может быть, тогда удастся ловить. А так она пока накрывается. Вот что-то есть. Вот первый, который попался верхом. Нынче у нас по всей речке мелковатый почему-то чебак. Елец мелковатый, чебак. Первый год. Обычно хорошенькие ловились, это совсем маленький. Еще раз сюда бросим. Вот что-то есть. Вот. Вот это уже хорошие чебаки. Вот это чебаки так чебаки. Красота. Речка полупустая. Рыба отнерестилась и ушла. Листочки вон какие на деревьях уже. Еще 5-6 дней, и уже будет полноценная листва и трава. Тепло стало. Все очень быстро растет. Наберем им водички. Чистенькой. И пускай они у нас в ванной плавают. Наши чебачки. И тут где-то мы на удочку с вами ловили. О! И удочку забросим. Пускай стоит. А может, что и клюнет. Вот сюда поближе. Удобно было складывать. Попробуем. Может, чего подошло? Раз! Ого! Что-то тащу, ребят. Что это? Карасище здоровый. Вот это уже интересней. Вот это уже классно. Раз его в ванну. Давайте сюда же под бережок бросим. Карасик заплыл. А ну-ка. Тащишь, и приятно. Чувствуется, что что-то тащишь. Что-то есть опять. Вот они, красавцы. Хорошие, крупные чебачки. И сурки. Сейчас я вам покажу сурка. И покажу чебака.
Вот он, сурок. Иди сюда, сурок. Не сырок, а сурок. О, две совершенно разные рыбки. Они вроде бы и похожи, но это разные рыбки. Разная чешуя. Этот желтоглазый. Этот красноперый. А окуня отпустим. Окуней не хочу, наелся весной. Ловили с вами ими и хапугами, и на удочке. Вон он где до сих пор еще сухой лежит. Съесть не можем. Поэтому окуней наелся я надолго. Кукушка, кукушка, сколько мы сазанов поймаем? Раз. Ха, одного. Вот он, ребята, наверное. Что-то было. Не, что-то вроде как тяжело пошло, но потом сошло. А может, зацеп какой? Во, сейчас как-то получше стоит. Кукушка нам напророчила одного сазана. Ну, посмотрим, сбудется или нет. Сейчас крайний раз вот этот вытаскиваю. Пойдем посмотрим, что там у меня мама натаскала. Ох, я другое место поищу. Это что-то мне не очень нравится. Что-то совсем плохо ловится. Это ерундовое место. Раз. Вот чебачка накрыл. Вот тут уже повеселее. Где место, месту рознь. А ну-ка сюда. Вот он, ребята. Я думал, сазан. А это, смотрите, ясь. Ох, нифига себе. Ясь и карась. Я уже думал, сазан. А это ясек, чебачок и карасик. Отлично. Ну-ка еще раз сюда забросим. Ладно, бросаем эту оглоблю. Мелковат. Видите, ячейца. Пойдемте. Покажу вам рыбаков. Сейчас уберу рыбу. Покажу, как надо рыбачить. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, что поймали истинные рыбаки. А поймали они уже. Это ты, мам, все одна поймала? И это вы вдвоем? И иди на удочку такие. Да, два даже. Сразу два вытащила на удочку. Да тут нифига себе тазик пятиведерный. Но видите, карасики все равно проскакивают на удочке. Хоть и редко все начинает летом клевать, но проскакивает. Язечки, чебачок нынче мелкий. Вот на удочку вообще мелкий клюет. Если я еще на подъемник как-то отсортировываю, то на удочку все подряд. Это чисто на удочке. И тут я вывалила таких два карася. И вот еще один. И что, прям вот так вот и клюет? Вот так вот клюет у меня. Сейчас вот, тут он постоит, потыркаем. Ага, прям подергивайте. Надо на боковой кивок пробовать тогда, на мормышку. Я по два штуки аж вытаскиваю. И это, смотри, как я вытащу. Опа! Это... Ушел. Ловко получилось. О, да какой здоровый. Да я не вижу леску, а его поймать... Так вы так на крючок поймаетесь быстрее. Да я уже все руки исполола. Давайте я сниму. Поймала. Хорош чебак. Шершавый. Это парень. Пришершавый, ага, это парень. Вот стоять, парень. Вот они, шаршушки. Девки, они гладкие. Вытаскивай их. Подожди, я распутаю. Я леску-то не вижу, а то сейчас запутаешь. Ты крючком только... Подожди, подожди. Подожди, а то они сейчас крутят. Я сам уже слепой стал, ничего не вижу. Так они у тебя на разные удочки попались. Это на одну, на то и на другое. А это на другую. Вот там отцепи. Закидывай вот эту. Да подожди, я не могу. Давай я заброшу. В общем, на удочке клюет
и довольно неплохо клюет. Ну-ка, дай-ка я посижу маленько, покажу, как клюет. Смотрите, ребят, поехали. Единственное, портит все ветер, но по клевке видно. Что это, ребят? Ох, нифига себе. Смотри. Вот это клюнуло. Так клюнуло. Вот это клюнуло, так клюнуло. Вот это клев, так клев. Вот это да. Тут червей-то нету. Опа. Только забросил, смотрите. Ну-ка, в руках буду держать. О, чувствую, как клюет. Оп. Ведь не успел. Обхитрил меня щебак. А ну-ка, еще попыточка. Давай, 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 давай. Тут ты смотри. Видать, очень много мелочи там. Сперва мелочь теребит, а потом подходит крупный. Вот эта удочка вообще молчит. Оп, потащил. О, какой. Вот такие вот, видать, и клюют раз за разом. А потом подходит уже крупный. Ну, это вообще мальки. Еще заброс. Лучше подождать. Пускай она поклюет подольше. Подождать. Давай. Давай. Ох, ё-моё. Удочка чуть не сломалась. Вот такая плотва. А это опять сурочек красноперый. Тащи его, тащи. Это знаете, карась почему клюет? Потому что вы дергаете, возможно, стоите. Вы же удочку не по-обычному закидываете, а дергаете ей. И он получается, вот как на зимнюю мормышку, начинает клевать. Ну, а, так ты его вообще подсекла. Ну, ты его вообще под бороду поймала. Я говорю, что я его, там что-то крупное. Он не ртом клюнул. Зачем? Он подсекла его за бороду крючком. Ты смотри, я цепить-то не могу. Нифига. Может, как дергал. Это же надо такой маленький крючок и... Губу уже где-нибудь порвала, пойди. И зацепил его такого карасищу. Попробовать спиннинг закинуть. Что творит? Ать. Мелковатая. Ловись покрупнее. Оп, только червей поменял, и сразу клев пошел, прям хороший клев. Кто там такой? Ой. О, видите что? Ладно, ребят, будем заканчивать. Пойдемте нашу оглоблю покидаем. В общем, клюет как из пулемета. Раз за разом. Вообще раз за разом. Молодцы. Ладно, пошел я. На подъемник подергаю. Вот, ребят, это все на удочке. Гораздо больше поймано, чем у меня на подъемник. Смотрите, сколько рыбы. Офигеть. И даже карась. Карась клюет на подвижную удочку, то есть вот они стоят вот так вот удочкой дергают. Их плет карась, никогда такого не было. Но вот они ловят. Поведем сейчас, попробуем все-таки поймать сазанчика. Не поймаем, так не поймаем. Половим карасиков, чебачков. Смотрим. Угу.
Ого, какой окунь. Офигеть. Такого окуня мы возьмем. Окунь так окунь. Отцепляйся. О, закрутился, а? Такой окунишка. Ой, палка, иди сюда. Хорош. Ой, какой маленький следом попался. Беги. Окунь весь держится под берегом. Вот там под берегом карасишка. Значит, берегом он идет. О, что-то есть. Ух, какой. Мечется туда-сюда, туда-сюда. Шустрец какой. Но не успел убежать. Каждый заброс, ты смотри. Ух, мои любимые чебачки. А этот мелковат. Давай, беги. Прям под самый берег забросил вот так вот. Ты посмотри, она под самым берегом. Бывает же такое, а? Ох, что-то есть. Ох, сазан, ребята, кукушка нам нагадала. Нифига какой, охренеть. Я же говорил, кукушка так просто не скажет. Ребята, вот он первый у меня в этом году. Красота. Вот это да. Вот это рыба. Вот это будет жарево, так жарево. Жалко, кантера нет, но я думаю, килограмма на 3,5. Стой, стой, стой. Вот это красавчик. Залетел. Даже взять не могу. Крас. Класс. Кукушка нам одного нагадала. Поэтому я и сделал этот дрын. Бросил удочки. Отлично. Теперь я корыто подальше уберу. О, всю рыбу тут мою. Сейчас распугает. Вот здесь пускай стоит. Что-то еще. Карась под килограмм. Иди к сазанчику. Ветра, конечно. Вот эти сильные ветра, уже сил нет, надоели. Ничего не поснимать. Не дают. У меня поролонками все завешено, все микрофоны. И все равно, смотрите, насколько он сильный. Сдувает. Нормальный чебачок.
Есть. Один убежал. Один остался. Все, ребят, крайние три раза давайте достанем. О, что-то попалось. Ой, какой. Хороший опять карась. Крайние три раза вытащим. Покажу вам наш улов. И на сегодня будем заканчивать. Опа. Так, два раза осталось. Итак, второй заброс, ребята. Второй заброс. Опа. Пусто, мы третий раз. Ну и третий, завершающий заброс. Все, пусто, хватит, ребят. На сегодня, как всегда, ссылочку на подъемники я сброшу в описании под видео. Все, на сегодня хватит. Сейчас покажу, что я вообще поймал. Рыбалочка сегодня была удачная. Кукушка нам нагадала одного сазана. И одного сазана мы с вами взяли. Вот, кстати, поймали рыбаки на удочке. О, целая ванна. А вот я поймал на подъемник. Фартануло мне сегодня с сазаном. Вот такой красавчик попался. Огромный. Вот такие караси, лапти. Ну и, наверное, отдам я карасей и сазанов своей тете. Цветом, иди сюда, я с тобой поделюсь. Высыплю им, оставлю себе только чебаков. А, еще окунь вот такой попался, я вам показывал. Шикарный. Вот так вот, тетя, этого сазана я дарю тебе. Пожаришь дома, котлет наделаешь. О, какой. Только уберите тазик подальше, а то упрыгает. Ну и карасей я вам всех отдам. А себе вот маленечко. Вязаночку чебачков посолю. Вот такая была рыбалка, ребят, сегодня. Спасибо тебе. Все, поеду домой. Кому понравилось, как всегда, ставьте лайки. Давайте, всем счастливо. Всем пока.